Московские елки, а также все украшения на нее и транспортировку оплатили спонсоры. Из бюджета города на это не потрачено ни одного тенге. Об этом сообщает руководитель отдела ЖКХ и ЖИИ города Семей Амантай Утильбаев. В социальных сетях появилась недостоверная информация. Якобы акиматом были приобретены новогодние елки. Это не соответствует действительности. Данные елки приобретены за счет спонсорских средств с этим, со всеми игрушками, там, другими этими, как говорится, снаряжениями. Так как старая елка была, она уже была более 10 лет. В связи с этим нам необходимо было приобрести за счет спонсорских средств новую елку. Это для улучшения архитектурного облика города. Соответственно, она даст нормальный, приглядный вид. В рамках праздничного оформления к Новому году в Семей на центральной площади и на площади АОСВ установили две каркасные уральские елки высотой 19 и 18 метров. Их украсили рождественской звездой и игрушками. Имеются 245 адаптеров для подключения звезд игрушек к электричеству. В эти дни, где они установлены, стали излюбленным местом горожан. В вечернее время здесь проходят массовые гуляния. Люди фотографируются на память с участием Деда Мороза и Снегурочки. Султан Жаламанов, Илья Сабитулов, Сунгартолумхан. Информационная программа «Шарайна». ТВК-6.